кусочек Нового года. Готовили ей на 15-е, на годовщину прибытия в Велес. Она, видишь, ливень такой был, что я ее и не выпускала. Эльза из будки не выходила из-под навеса, и она сидела дома. Ой, как тебе, тебе мамка не нужна сразу, да, игрушка и все. Не колючее? Такое родное, говорит, дерево. Эльзе выдала одеяло, она к себе уперла туда и внутрь. И сидит в нем. Сейчас хвастаться будет, похоже. Эльза, тебе тоже будет игрушечка. Обязательно я сделаю тебе такую же. Нам елок привезли. Вода в кране есть. Морозилка работает. Все заморозим. Видишь, все, я говорю, сейчас будет одеялом хвастаться. У меня, говорит, одеялка есть. И что ты с него сделала, с этого одеялка? Красавица. Ну ладно, я тебе другое принесу. Какие проблемы-то? Ну, да моя любовь. Ты не ревнил, не ревну. Я тебе сделаю такое же. Ладно, просто у нее праздник, у нее годовщина. Скажи, а мою годовщину 2 числа не отмечали? Или заработать было некому, мне пришлось не до годовщины. Тут уж да. Все разъехались по Новый год. Да. Я тебе все сделаю, все праздники тебе сделаю, малышка. Я бы тебя выпустила к ней, но вы же, боюсь, не поладите.